В Куйбышевском районе появился новый спортивный комплекс. Он оснащен бассейном, тренажерным и гимнастическим залами, где у пловцов, согласно федеральным стандартам, должна проходить общая физическая подготовка, душевыми и раздевалками. Тренировку для жителей провел мастер спорта международного класса Александр Кудашев. Спортсмен занимается плаванием с 5 лет и сам жил в Куйбышевском районе. Бассейна поблизости не было. Александру тогда приходилось ездить на тренировки в плавательный комплекс ЦСКА. Когда мы ездили с Сухосамарки на Волжский проспект, конечно, это было не очень удобно. Намного было бы удобнее приехать сюда, да, ближе. Бассейн мне очень понравился, соответствует всем стандартам. На мастер-классе Александр Кудашев показал правильные техники плавания. Они помогут избежать болей в спине и зажимов в шее после занятий в бассейне. Тренировку посетили 23 человека. Каждый из них должен был предоставить нужные медицинские справки и паспорт. Это и сделала Евгения Барабаш. Раньше для занятий плаванием она ездила в Новокуйбышевск, а сейчас планирует посещать новый бассейн в своем районе. Это очень значимо в нашем районе, потому что это рядом, это доступно должно быть для жителей. Ну и для детей в первую очередь. Бассейн оснащен 6 дорожками. Новый комплекс предоставили для занятий спортивной школе Олимпийского резерва номер 8. Пловцы уже начали здесь свои тренировки. После необходимых процедур он был передан в ведение департамента спорта городского. В свою очередь мы его даем в оперативное управление муниципального автономного учреждения Центра развития физической культуры и спорта. И стремимся, работаем над тем, чтобы бассейн заработал в полную мощь. Мастер-класс для жителей проводился с целью проверить и отладить систему обслуживания посетителей. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.